Одна из интереснейших страниц истории долины Теберды относится ко времени аланской культуры. Некогда древние и средневековые авторы называли верховья Кубани, нынешний Карачай, Аланией. Впервые упоминание об Аланах на Северном Кавказе появилось в первом веке нашей эры. Неукротимые, храбрые, вечно воинствующие Аланы совершали походы через Кавказ, пользуясь горными проходами. По описаниям греческих историков, аланские воины, наследники скифов и сарматов, ездили на крепких, небольшого роста конях и были одеты в кольчуги и железные остроконечные шлемы. Вооружены они были длинными сарматскими мечами, луками и тяжелыми копьями. Почти все аланы высокие ростом и красивые, с умеренно белокурыми волосами. Они страшны сдержанно грозным взглядом своих очей, очень подвижны. Так описывали алан греческие историки в IV веке нашей эры. На Северном Кавказе имя Алан очень скоро распространилось на многие кавказские племена. И к концу X века нашей эры Аланский племенной союз был самым могущественным государственным объединением на Северном Кавказе. По мнению современных этнографов, от тюркоязычных алан образовались карачаевцы и балкарцы. Эти народы до сих пор сохранили самобытную, отличную от других народов Кавказа культуру, историческую непрерывность которой подтвердили археологические исследования. В конце XIV века, после повторного нашествия монголов, оставшиеся в живых аланы ушли глубоко в горы. С уходом алан в течение 4 столетий оседлого населения в долине Теберды и Домбая не было. Бесчисленные курганы, наземные и подземные склепы, мавзолеи, храмы и сторожевые башни, многочисленные остатки дорог, разрушенные временем аланские каменные жилища – все это разбросано в верховьях Теберды и давно заросло лесом –